давай, поехали. На конкурс дети читают стихи. Андрей Сверчков, город Севастополь. Севастопольский 1942 Новый год. Аэрат Мали. Эта история основана на реальных событиях. Командиром морской пехоты был полковник Горбищев. Все растут в широтах этих елки. Нам, братва, сгодится и сосна. Только чтоб позеленее иголка, чтоб была пушистая, бестройна. Брить весьма опасно, даже слишком. Что врага, ведь ближе не нашли. За сосной, на радость ребятишка, ночью три разведчика. То с горы, то в гору, то оврагом, то в обход, а то на перерез. Осторожно, бегом, то шагом, шли разведчики в сосновый лес. Сосны крымские вцепились в кручи. Бор стоит израненный войной, посечен осколками пахучи. Бей, вой, бор, смолой. Ночь стояла темная, глухая. Есть приказ, на том мы и стоим. И нашлась красавица и была доставлена к своим. По делам и подвигам уплата не дают за елки ожидать. Знали лишь полковник и солдат, какова соцсетка. Отпустили в город мясорубов на веселый праздник посмотреть, чтоб три сердца мужественно грубить, детскими улыбками согреть. Чудо новогоднее свершилось здесь, на корабельной стороне. В хороводе сосенка кружилась, чтоб забыли дети о войне.